Результаты по государственным экзаменам среди 9 и 11 классов в этом году выше, чем в 2013. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам рассказала председатель городского комитета образования Оксана Кирик. Уже завтра 120 выпускников получат за отличную учебу медали «Гордость Забайкалья». Из них 83 золотых. Всего же из школьных стен выйдут в большой мир более 1600 юношей и девушек. По предварительным результатам, нынешним выпускникам удалось совладать с русским языком. Три человека получили по сложному предмету 100 баллов. Русский язык у нас в этом году 11-классники сдали все 100%. То есть учащиеся общеобразовательных школ по русскому языку не имеют неудовлетворительной оценки. Еще одна хорошая новость. В этом году нарушений во время испытаний почти не было. В прошлом году с экзаменов удалили 7 человек. Нарушений в этом году было значительно меньше. В этом году у нас были удаления с экзамена. Удаление с экзамена было 3 человека при наличии справочных материалов. Из них 2 человека – это выпускники средних специальных учреждений. Выпускные кончатся, а в школах и детских садах начнутся текущие и капитальные ремонты. На эти цели потратят 60 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 32 школы и 38 садов. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, ЗапТВ.